подмосковном детском лагере вожатой нанесла 3 удара ножом в область груди своей коллеги. Тело 20-летней Аллы Филатовой обнаружили в комнате, где она проживала. Во время допроса следователю удалось выяснить, что накануне девушки выпивали спиртное, после этого они поссорились, не сумев выяснить, кто же все-таки из них лучшие вожатые. Подозреваемая рассказала, что Алла Филатова начала говорить, что с тобой вообще никто общаться не хочет, я начала нервничать и взяла нож. После этого нетрезвая соседка по комнате нанесла своей коллеге 3 ножевых ранения в область сердца. Я начала нервничать, взяла нож. Дальше я, получается, просто подошла к ней. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.